Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан провел переговоры со своим коллегой из КНДР Ли Йон Хо. Об этом сообщило Корейское центральное информационное агентство. Главы внешних ведомств обсудили подготовку к предстоящему саммиту КНДР США, который запланирован на 12 июня в Сингапуре. Балакришнан планирует пробыть в Пхеньяне еще два дня, в том числе, чтобы провести переговоры с председателем Верховного народного собрания Ким Йон Намом. Тем временем на острове Сентоза продолжается подготовка к историческому саммиту. Чуть ранее, на этой неделе, власти Сингапура объявили район зоны специальных мероприятий с 10 по 14 июня. В этот период полиция ужесточит процедуру досмотра в общественных местах. Взрывчатые вещества и оружие включены в список запрещенных предметов. Кроме того, на время проведения саммита воздушное пространство Сингапура также будет ограничено.